Всем велка, с вами Катя Бельчик, и сегодня у нашего магазина день рождения. Ровно 2 года назад, 30 октября, открылся интернет-магазин Белка Шоп. И сегодня мы решили собрать всех вас, чтобы устроить классный праздник. Сейчас мы вам покажем, что у нас происходит внутри. Там-тара-там-там-там. Я типа такая вся пафосная, типа с микрофоном почти. Вот здесь сидит скучающая Алена и ждет нас. Так. Смотрите, так, что дальше рассказать? Так, смотрите, в общем, у нас здесь все очень замечательно. Мы приготовили все к мастер-классу, краски, кисти, кучу брошек. На самом деле, это еще не все. Еще есть у меня в загашнике. Я просто, на самом деле, вообще даже не представляю, сколько придет людей, поэтому пока мы только готовимся. Вот тут у нас куча всякого вкусного чая. Ням-ням-ням. Ну, вы поняли, да? Макарунки со всякими разными вкусами. Ну, мы, конечно, уже, ну, в смысле, как мы, Алена уже, конечно, тут, блин, пожрала парочку, я уже не могла ее остановить, говорю, Алена, ну, все, короче, хватит. Сейчас мы еще выложим, будем вкусняшки, ну, точнее, Алена будет выкладывать, а я буду смотреть, как она работает. И сейчас я вам все покажу. Ну, что, Алена, давай, тащись сюда, будем выкладывать. Не, она, окей, босс, да, в принципе, в общем, смотрите, тут у нас, короче, стоит аппарат ММДМС, который крутит конфеты. Ня-ня-ня-ня. Ну, как бы, да, топ. Алена, итак, значит, здесь есть. На самом деле, мы купили кучу вкусняк, я не знаю, мы еле дотащили все это дело. Очень удобно с петличкой. Тут очень... Я не буду рассказывать, потому что вы будете слюной просто исходить. Сейчас, короче, мы сейчас выложим, и я вам все покажу. Вот я и выложила все вкусняшки. Сама. Здесь такие запахи. Ой, я так громко в петличку поржала. Вы просто не представляете, какие сейчас есть запахи. Ну, в общем, у нас осталось примерно час до встречи, да? Поэтому мы сейчас как бы, ну, поработаем немножко. Вот, и будем ждать уже вас встречать. Все, тогда увидимся уже, когда все придут. Мы вам покажем все, что как-то было. Так, выбираем основной цвет. Красить, если желательно, в 2-3 слоя. То есть, ну вы сами увидите, если у вас будут какие-то просветы, то понятно, что как бы мы... Да, все говорила, то я сбиваюсь со своей важной, очень важной миссией. Так, смотрите, если будете какие-то просветы, естественно, нужно еще красить. Но после каждого слоя нужно подождать, чтобы высохло. Иначе у вас весь предыдущий слой, естественно, сойдет и будет это все очень некрасиво. Красим, выбираем себе любую кисточку. Я советую все красить плоскими. Я для вас, собственно, их купила. Они все практически одинаковые, только есть тоненькие, они для тонких прорисов. Алёне. Курки, а где наш брошенный? У нас есть курки на вешалке. Сейчас Алёна освободится, и она тебе будет. Да, я почти свободна. А потом мы такие все на камеру, так скажем, все. Я такая, ну ладно, шутик, на самом деле. Так, уже шариками. Да. Еще раз повторяю правило. Кто уходит, тот с шаром. Кто без шара, тот не молодец. Тот не уходит. Тот не уходит. Если мы вдруг забыли вам дать шарик, напомните нам. Ты будешь теперь вести влог. А куда смотреть нам? Ну никуда не смотреть, просто держи камеру. Просто держи камеру. Ну просто снимай все вокруг. Вот так. Мне, а если там не получится? Все получится. У меня побольше сними, я красивый. Ой, ты меня же... Я думаю, кто-то будет. Аня. Я забыла и сделала вот так. Еще раз. Кексики потрясающие. Все. Какие кексики? Охренительные кексики. Алис, а ты хотела со мной сфоткаться, я тебе камеру дала. Ну, норм, в принципе. Она снимает, точно? Делайте фотку на камеру. Не, на GoPro делать не очень круто. Вот. Так, надо, короче, знаете, что сделать? Раз. Два, три. Всем белка! Ну вообще, молодцы. Прикольно, короче, то есть без гелия? С гелием, с гелием. Давай. Начинайте уже. Юху, это теплогода. Подожди.
Надо как-нибудь на три. Нормально, мне уже понравилось. Раз, два, три. Давай тогда. Постаньте поближе, давай, давай, раз, два, три. Ага, я вам покажу. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Белки два года! Для примера можно. Примера. Давай, тебе какой с собой? Так. Нет. Вот это. Можно два? Можно два. Два зеленых? Нет. Давай. Вообще я раньше. Я боюсь, что он лопнет еще. Потом твои слюни будут у меня во рту. Не надо. Можно раньше бери. Вот тот голубой. Конечно. Волшебник, да. Да, да, волшебник. Добрый волшебник, который дарит всем. Все, спасибо, что пришли. Все. Все. Он вообще очень стильный. Я правда, да, я же написала. Почему ты не приносишь свой бокатан на работу? Ты же будешь работать. А то не едешь. Я не знаю. Один, когда прет. Так, нормально, пошли. Из подписки, да? Я тут куда танцую с камерой. Так, Маша, все, посмотрела видео, давай про белку. Не надо про... Да, эту белочку сейчас кошмарно. Сейчас про... Маш, давай. Просто он будет со мной что-нибудь? Ну, Пур, ты будешь? Я просто потанцую рядышком. Да, 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 да. Слушай, что ты мы как бы наложим музыку? Давай, пожалуйста, сюда. Белка, I have a shop. Белка шоп. Спасибо. Катя, ты что? Хотя прет, молодец. Все, супер. Давайте. Что вы думаете? А, давай, ты спрашивай. Ты корреспондент. Главный исполнитель Pen Pineapple. Пожалуйста, расскажите, что вы думаете о сегодняшнем мероприятии? Я считаю, это самое лучшее мероприятие за весь этот месяц, да и за весь этот год. Супер, так отлично. Что, да. Так, что вы думаете о сегодняшнем мероприятии? Очень душевно и классно посидели. Спасибо большое Белке за такую прекрасную возможность раскрасить брошки. О, раскраси брошки. Егор, пожалуйста. Весело, халявно, лампово, девчонки. А Митя меня обижал. Бу. Вот так вот. Так, девчонки, а давайте. Он это вырежет потом. Спасибо большое вам. Было очень круто, вы очень клевые. Так, так. Немножко лампово. Так, кто там? Так, ребята там сами что-то снимают. Так, я предлагаю пойти к Алене. Мне кажется, ей понравилось больше всего. Она устала больше всех. Ален, пожалуйста, расскажи, что ты думаешь о сегодняшнем дне. Это был лучший день в моей жизни. Вот, вот понимаете, да? Вот людям нравится работа в Белкшоп. Ален, спасибо. И спасибо, что ты сегодня, мне кажется, все люди тебе сегодня благодарны, ты сегодня всем помогала и вообще очень... Ален, мы тебя любим. Мы тебя любим. Тебя на свершоте люби. Ну все.